На китайском химпредприятии прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 2 человека. На востоке Китая в результате взрыва на территории индустриального парка химической промышленности погибли 2 человека, еще 7 остаются под завалами. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает Зинва. Взрыв произошел примерно в 2:20 утра в цехе биотехнологической компании на территории индустриального парка химической промышленности в Гуаннаньском уезде. 2 человека погибли и 7 остались в ловушке после того, как произошел взрыв в промышленном парке провинции Цзянсу в Восточном Китае, говорится в сообщении. Пожарным удалось потушить пламя. Ведутся спасательные работы. Напомним, ранее в Таджикистане в здании управления внутренних дел города Курган-Тюби прогремел взрыв. По материалам сайта newsgro.com.